Новое место притяжения туристов появилось в Находке на набережной озера Соленого. На открытии туристического знака «Находка – самый южный город Востока России» принял участие заместитель председателя правительства Приморья. Также состоялось еще одно историческое событие – закладка первой капсулы времени Находки в основании туристического знака. Очень важно, чтобы и находкинцы, и жители края Дальнего Востока, всей России, гости нашей страны понимали, где они находятся, понимали, что у нас очень тепло, и сегодняшняя погода это подтверждает. И это то место, где можно не только отдыхать, но жить и работать. И этот новый символ, туристический символ, точка туристского притяжения в городе, уверен, что станет местом, еще одним поводом посетить и город, и благоустраивающееся сегодня озеро Соленое, то место, где можно приятно, с комфортом провести время. Николай Стецко принял участие в открытии мини-рынка «Фермерский». Новый объект появился благодаря федеральному проекту «Выбирай свое». На торговой площадке представлены натуральные продукты и только качественные товары от местных производителей. Товары, произведенные с любовью, с заботой, с душой. И вы увидите это лично, произведены специально для того, чтобы вы могли с первых уст пообщаться с теми людьми, которые и производят самые прекрасные местные продукты. Цены демократичны, и вы убедитесь, что Приморский край – это развивающаяся территория. Правительство всегда будет продолжать поддерживать наших местных производителей. В знак открытия новой точки продаж фермерских товаров ленточку разрезали заместитель председателя правительства Приморья, заместитель главы городской администрации и директор мини-рынка. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.